По словам столичного градоначальника, монтажные работы по подготовке главной елки страны идут полным ходом. Также в парке перед кафедральным собором в ближайшие дни появится небольшой рождественский городок. Кроме того, по словам Иона Чебана, в каждом секторе будут обустроены специальные новогодние зоны. Все круговые развязки столицы, раньше забитые рекламными щитами, теперь будут оформлены новогодним декором. Преобразятся все аллеи, скверы и главные улицы города. В этом году у нас появится больше новогодних троллейбусов. Мы хотим, чтобы в этом году праздничная атмосфера была не только в центре столицы, но и в каждом секторе и в пригородах Кишинева. Согласно утвержденной программе мероприятий, приуроченных к празднованию Рождества и Нового 2022 года, на центральной площади Кишинева с 24 декабря появятся карусели и каток. В этот же день в сквере Кафедрального собора столицы пройдут праздничные мероприятия, приуроченные к празднованию Рождества по новому стилю. А 31 декабря с 8 часов вечера запланирована развлекательная программа, которая будет транслироваться в прямом эфире общественного телевидения. Праздничная программа предусмотрена и 6 января в канун Рождества. Светлана Турку, Николай Васильев, Акчен ТВ.